Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Госдума, ОЛТВ, Гусуняк, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем доброго. Ребятушки, сегодня я буду показывать, как работает VR-оружие в Гаррис моде. Покажу, как они заряжаются, стреляют, какая убойная мощь. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем тест. Первый у нас АК-47. Я беру вот так рукой и могу брать обойму. Вставляем. Передергиваем затвор. Даже смотрите, когда передергиваю, патроны вылетают. Вон там они, вон падают. И буду показывать, какая убойная мощь. Ну реально это мощно. Классно, что можно и вот так вот прицеливаться, смотрите. Четенько. А ну, Гусуняк, поставь, вот там вот вдалеке зомби. Смогу ли я в него попасть? Метров 100, так 200. Пока он идет, я вам покажу, как оно целится. Хотя я не знаю, с какого глаза захватывается картинка, но я думаю, что будет видно. Это я сейчас целюсь через правый глаз. Так, Гусунячек, отойди. Так, не попадаю. Навесим. А, навесом надо? Да. Во. Есть. Надо целиться, как в реальности. Ну и будем стрелять по машине. А ну-ка, колесо можно будет пробить? Проверяем. Четко. Во, вот это сильно. Бам. Досмотрите обязательно ролик до конца. В конце у нас будет РПГшки и очень мощные убойные оружки. Следующее оружие VR АКМ СУ. О, оно классное. Можно даже порассматривать. Так, патронов нет. Берем обойму. Чпоньк. Класс. Поехали. Очень большая отдача у него. Если вы хотите увидеть ролики, где я буду использовать в перестрелках VR-оружие, напишите в комментариях. Давай VR, и мы сделаем обязательно ролик. У нас уже есть очень классные идеи, мы будем его применять. Отдача прям жесткая. Я когда стреляю, я прям дуло сильно вниз делаю. На! Моща! Ауг А1. О, это оружие должно всем знакомо быть с игры Counter-Strike. Подожди, а куда обойма вставляется? Вот сюда, назад. Да я знал, видишь, тоже шаришь. И... Эй. О, здесь прицел есть. Кстати, вот этим оружием я могу издалека попадать. Блин, я прям кайфую. Круто сделано. Давай поставлю вдали. Убойная сила у этого оружия очень мощная. Ты хочешь вдалеке зомби поставить? Да, я поставил. Попробуй. Давай. Так. Так, а где ты его поставил? За машиной. Ага, вижу. Ну, давайте проверим. Да выше, да, брать немножко? Во, попал. Все, убил. Гаррис мод VR это что-то вообще эпическое. Хотя графика не очень, но сам геймплей и то, что возможно делать в этой игре, это просто 12 из 10. АВМ. А это уже снайперка, пацаны. Ого, она большая. Чпоньк. Нифига себе здесь прицел. У него зум просто нереально большой. А, надо постоянно передергивать. Не, это оружие надо, пацаны, стестить только издалека. Так, где там зомбачок стоит? Очень далеко. Давайте попробуем попасть. А ну, пацаны, смотрите. Ого, рука дрожит. Ты что, вообще? Трясучка у меня, жесть. Ого. Но... Очуметь, это такая мощь. Следующее оружие. Бенелли М3. А это, пацаны, уже дробовик пошел. И здесь каждый патрон это прям влаживает, смотрите. Вот это четко можно отыгрывать, да, РПшечки, пацаны, в VR. Да. А смотрите, один патрон не влазит, я могу передернуть и еще один патрон вложить. Ну что, давайте в притирку зомби лупану. Слышь ты! На, смотрите, даже кишки от зомби в машине, на машине остаются. А надо опять перезарядить. А, и еще смотрите, в чем прикол. Я могу взять, и чтобы не было отдачи, я могу вот так стрелять. Классяк оружие, просто бомбейское. Беретта М9. Это очень классный пистолет. Он очень мощный.
А ну-ка, на вытянутую руку в голову. Но. Вы слышите этот звук выстрела? Да. Но. Мощь. Desert Eagle, пацаны. Ого, оно гигантское. Здесь прямо написано, кстати, отзеркалено. Странно, почему отзеркалено. Ого, обойма, что у автомата. Я думаю, что сейчас будет с одной пули просто выносить, смотрите. Ого. Ну это понятно. Ничего себе отдача. Эй, зомби. Я сказал падать. Мощь. Ого, здесь дуло. Так... А, посмотрите, обойма сама выпала. А если по колесам? Интересно, от этих пуль двигатель загорится или нет? Нет, надо очень много пуль всадить. Памос, пацаны. О. Очень классное оружие, особенно когда у тебя в КСК нету денег. И ты покупаешь это дерьмище. Или я что-то не так сказал, пацаны? Да не все так вроде. О, здесь прицельчик есть, кстати. Блин, классно целятся эти оружия. Крутецки просто. Следующий пистолет у нас 5.7. Заряжаемся. Ого, там пуля большая. Поехали. О, быстрострельный такой. Да. Крутецкий пекаль, мне нравится. G3A3. Ого, эта винтовка уже мощная. Нифига себе здесь пули. Классно, что я могу одну руку вот так держать, чтобы не было отдачи. Я готов. Ого, оно не меткое. Ты что там рычишь на меня? А, получается, я могу держать и рукой доводить. Смотрите, как круто сделано. Надо прицеливаться. Ну, короче, с одной пули я зомби не могу вынести. Даже если четко в голову попадаю, не выношу. Чтобы вы понимали, я когда целюсь, я прям левый глаз закрываю, а правым целюсь. А у Гови, когда без руки одну, вот это у него отдача. Просто гигантская. G35, G1. О, а это уже идет с прицельчиком. Заряжаемся. Ого, оно зумит. Ну, Санечек, став далеко зомби, я сейчас буду по зомби стрелять. Ну что, вблизи неинтересно. Надо сдалека лупить. Так, смотрим, пацаны, попаду или нет. Попал. Пробуй в голову. Не, не попал. Руки дрожат. Там что, пули резиновые? Я ж настоящим вроде бы стреляю. О, наконец-то. Ё-моё, я думал, это не кончится. Сейчас будет пистолет. Давайте посмотрите, угадаете вы или нет. Просто будет интересно. Что это за пекаль? Глок? Правильно, 16. Красава. Должно быть быстрострельно, насколько знаю оно. Может, как-то можно режимы переключать? Я не знаю, какой кнопка, но я вроде помню переключал как-то. А ну, сейчас попробуем. Блин, а как? Надо посмотреть будет управление, как режимы переключать. Но оно меткое, и с него очень приятно стрелять. О, смотрите, что еще есть. Нифига себе, это что за тесак? Иди сюда, иди. Как ты сказал? А? А что ты мне говоришь? Что ты лысый? Что ты лысый? Лаки-плаки. О, так смотри, я чисто в голову могу ножом вот так вот. Классяк. А могу колесо пробить? Давайте проверим. О, мой. А если вот так вот? А можно вообще ножом машину задамажить? Не, это будет долго. Не получается. Леор 12. Ого, оно мощное. Смотрите, какая обойма здесь. Это что за обойма? С полхаты. Ого. Ого.
Нифига себе, вы видели, когда я стреляю, пуля насквозь пролетает и дальше летит. Вы обратили эту штуку? Да. Да. Ого, дырки от него остают. А так это дробаш. Сейчас мы проверим, сколько надо будет садить патронов, чтобы разрушить машину. Ну, взорвать ее. Один. Два. Не, не хватило одной обоймы. Получается, надо одну обойму и два патрона. М101-4. Блин, ну классно, что надо самому прям заряжать. Если это будет перестрелка с зомбами, с зомбаками, придется прямо тратить время. Подожди, а вот. М1903. Ого! У вас тоже она блестит очень круто? Не, у нас не так. Куда вставляется? Я понял. Надо вот так вот открыть, ставить патрон и закрыть. О. Да ладно, это что, каждый патрон так делает? Ну она мощная и так хлестко бьет. А прицел есть? Да. А ну давай попробую попасть. О, попробую прям максимально близко к глазу. О. Есть! Я понял, как надо стрелять. Надо, чтобы очень близко был прицел к глазу. Вы поняли, как по-настоящему? Мы так и не разобрались, как стрелять М32 и вот это вот. Оружие это М320. Но мы научимся. Потому что мы этот мод вместе с вами изучаем. Мы до этого его не тестили, не знаем, как оно работает. Так, иди здесь. Перезарядить. А во. Ну, это прям классное оружие. Вот прям с него прям кайфово стрелять, серьезно говорю. Куда собрался? А, прикольная. МАК-10. О, это УЗИшка. Прям стандартная УЗИшечка. Уго, звук прикольный. МК-22. Пистолетик такой. Кстати, с глушителем. Прикольненько. Один патрон. Глушителем не откидывается, из-за того, что мощь убавляется. Да-да-да, прикольно, кстати, сделано. Офигеть. Это бредово, на самом деле. Постоянно перезаряжать его. Ну, хитман. Неудобно. МП5. Мощь. Патрончики слабые, даже по обойме видно, что слабое оружие. П90. Я знаю, что обойма так ставится. И здесь у нас обойма. Оп. И во. Ого, она мощная. Кстати, отдача минимальная вообще. Патриот-пистол. Ого, обойма здесь дебела. РПГ, ребята. Вот мы и дошли до мощного оружия. Смотрите здесь, какие снаряды дебелые. Вот так вставляете. А, и все, и стрелять можно. А ну-ка, давайте вдаль стрельнем. Ого. Ого. Кстати, не громко взорвалось, но будет погромче. А ну-ка, давайте близко стрельнем. Ого! Ой, если навесом оно вернется к нам или скайбокс врежется? Давайте проверим. Не, оно прям, прям по прямой летит. Оно не опускается. Че, не было взрыва? Был, но без звука. Понял. Ого! Ого, оно лупит! Об стену? Неплохо. Кстати, с этой штуки быстрее стрелять, чем с автомата. Прикольно. Подрывник. Согласен. РПК. Это прям, знаете, классическое такое оружие. Напоминает этот звук мне КС-1.6. Не знаю почему, он ассоциируется с этим звуком. Так, подожди, надо тебя все-таки уничтожить. Ты мне уже не нравишься. Ты куда собрался? Стой! На, красиво!
SG-552. Ого, ну такая текстурка крутая. А, и патроны быстро кончаются. Вообще, ты что, 10 патронов, что ли? Шоттиган. А, получается, мне не надо бросать. Я когда подношу патрон, он сразу сам заряжается. Бомбейская тема. А, ну так обычный скаут, короче, пацаны. Это Шон? Да. Еще каждый раз надо опять заряжать его. Прикольный да. Патрон, звук. Дай руля. А, все? Понял, говно. Стейр ТМП. О, это уже прикольная оружка. А что-то не заряжается она. Что такое? А, я не туда стрелял? А, не туда, да. Да блин, ну ты видишь, в оружиях не сильно шарю. Айс. А, вот снизу, да? Ага, во. Ого, звук классный. Очень метко, кстати, отдача минимальная. Томпсон, пацаны. Ну это прям вообще old school. Классика из классики. Это оружие очень старое. И звук будет классный. А меткое... УМП-45. О. Коньк. А во. Что оно такое косое? За бред. А, надо по одному, по два патрончика фигачить. ЮСП. Обыкновенный. Ого, она слабая. Вообще ни о чем, пацаны. По три патрона надо в голову, чтобы попасть, представляете? А вот смотрите, сейчас. Один, два, а два. Самое эпичное оружие с этого пака. Вы сейчас просто обалдеете, насколько это крутое оружие. Это гранатомет. Сзади. Хоть он работает. Потому что другие оружия, которые мы видели, оно не хочет перезаряжаться. Мы разберемся. Так, два чела вдаль постреляем. Нифига себе, ты стрелять можешь. Нифига себе. О, давай мы сделаем такую фишку. Ты на машине сейчас будешь уезжать, а я по тебе постараюсь попасть. А ну-ка, давай. Так. И... Ох, ты рядом. Есть. Это очень круто, когда ты попадаешь в такой мощной пушке. Если понравилась эта серия и как мы тестируем VR-оружие, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord. Ну а всем отличного настроения и всем пока!